классная философия. Это чемодан. Вот, я постаралась. Пытаюсь на сноуборде. Так. На сайте с психологом я писала, что я чувствовала. Алиса, включи, пожалуйста, мою волну. Включаю поток «Моя волна». Это такая прелесть, просто ужас. Я полюбила покупать цветы после праздников. Теперь хочу это внести прям в привычку. Это кустовые розы, вроде бы, да. Очень красиво. Я когда снимала такое видео, где-то месяц назад, по-моему, да, где-то так, вам почему-то оно очень понравилось. Я решила, почему бы не повторить такую практику, такой челлендж. Это для меня, правда, челлендж, потому что я сова. Мне проще вставать все-таки позже, чем раньше. Вот, поэтому для меня это небольшой выход из зоны комфорта. Но зато это прикольно, и мне это нравится. Это, правда, очень продуктивно, когда ты рано просыпаешься. Себе маску, как можно выглядеть красивой в маске. Как это там, например, в рекламах или на картинках, на фотографиях. Как это? Что это? Я сейчас соберусь и пойду забирать Лёшу с психолога. На самом деле, я очень рада, что он начал ходить к психологу моему, потому что у него есть некоторые свои проблемы. Я очень рада, что он пришел к тому, чтобы их можно решать при помощи стороннего человека. Я очень рада, что могу быть полезной и даже просто вот помочь, посоветовать какого-то человека. Нынешняя ситуация в мире, как мне кажется, дает просто четко понять, что все всегда нестабильно. И в первую очередь нужно не забывать о себе, особенно сейчас, особенно в данный период. У меня, если честно, тоже бывает такие периоды тревоги, когда я волнуюсь не только за свое будущее, но также и вообще за будущее всего мира. У меня есть какой-то страх неопределенности и неизвестности. Многие, как и я, уже вам тоже советовала в таких ситуациях, в стрессовых ситуациях, нужно не забывать о своей рутине, по возможности заниматься спортом, какими-то физическими нагрузками, по возможности общаться с друзьями, снова же по возможности больше учиться. И самое главное, не терять свое ментальное здоровье, потому что оно база всего. Постоянно, особенно сейчас. Несколько месяцев назад я уже закончила свою серию сессий у психотерапевта, и вы знаете многие, как мне это помогло, и на самом деле именно в тот момент, как будто бы мой психотерапевт, он был прямо мне послан, если честно,
так он мне был нужен. До этого я очень долго думала, идти мне туда, не идти. Всегда Лёша говорила, что вот, в будущем я обязательно буду ходить, потому что это же так важно. В итоге потом в сентябре мне стало так плохо, меня так сильно накрыло. На самом деле идеального момента никогда в жизни нет, нужно просто идти тогда, когда вы ощущаете, что вам уже нужна какая-то сторонняя помощь. Так как в сентябре я это ощутила, мне кажется, на все 102%. Я несколько раз слышала много положительных отзывов о сервисе подбора и видеоконсультации с психологами Яса. Он помогает людям выйти из такого состояния, когда, например, ты находишься в неведении, страхе за свое будущее и постоянной тревоге. Когда я шла первый раз к своему психотерапевту, мне на самом деле было очень страшно, потому что у меня такие вопросы возникали в голове. А точно ли мне надо к нему идти? А точно ли этот человек мне поможет? А найдем ли мы с ним какой-то общий язык? И в сервисе Ясно вы можете не переживать за этот момент, потому что все психотерапевты подбираются сугубо индивидуально под ваш запрос на основании заполненной анкеты. Плюс вы также можете заниматься в комфортной для себя обстановке, то есть safe place. Все, что вам нужно, это просто доступ в интернет и какое-то устройство, то есть телефон, компьютер, ноутбук, что вам удобно. Также, скорее всего, многих волнует цена приема у такого специалиста. Ясно, 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в разы дешевле, чем очные офлайн-сессии. По моему промокоду Полям вы можете получить ссылку 20% на первую сессию при регистрации, что самое главное, при регистрации. Ссылка и вся подробная информация, если что, есть внизу в описании. Но если вы чувствуете, что вы пока что не готовы к терапии, Ясно, есть очень полезный телеграм-канал и также инстаграм-аккаунт, где они выкладывают содержательные и поддерживающие посты с мнениями от психологов. Также в нынешней ситуации я бы вам советовала вести дневник эмоций и каких-то инсайтов после прочтения определенных постов, либо же сессии у психолога, потому что так делала и я в свое время. Инсайты с психолога я писала вот здесь вот у себя в заметках и даже выкладывала пост, потому что мне было важно структурировать какую-то информацию, и также после первой и последующих сессий я здесь писала, что я чувствовала во время сессии, что было, что мы в итоге разбирали и к чему пришли. Итак, вы можете найти свои новые якоря, которые вам помогут прийти к каким-то новым мыслям или которые будут вас поддерживать. Хочу, чтобы у вас все было хорошо. Простуда. Доброе утро. Добро пожаловать. Мне еще нравится очень такая классная философия по поводу ассоциаций каких-то предметов, ароматов с какими-то флажками, с какими-то якорями, это, если что, метафоры в будущем. Например, можете взять какой-то аромат и прикрепить его условно как раз-таки к вашему будущему, либо взять какой-то предмет, который будет связан именно с вашим будущим, и таким вот образом вы как будто бы обманете мозг. Например, вот я вот эти вот духи как раз-таки решила ассоциировать и прикрепить к будущему, к своей самостоятельной жизни, к переезду. Об этом в следующих видео. Вот, сейчас я, кстати, видео вам покажу, в котором я это вообще узнала, это было год назад. Являются ключевыми параметрами из будущего, это просто прилепить на образ, который будет символизировать начинание вашего нового периода в жизни. Простыми словами, вы просто прикрепляете себя к своему будущему, и вот, оно уже есть условно у вас, и вы понимаете, к чему вы движетесь, вы уже видите вашу цель, свет в конце туннеля. Просто это такой ультиматум мозгу, что вы делаете ваше будущее чуть-чуть реальностью, и вам будет намного больше мотивации что-либо делать, а точнее даже достигать. Надеюсь, что вы послушали весь вот этот вот мой монолог, и вам было интересно. Я люблю такие темы, просто вообще обожаю. Сегодня я иду на танцы с Кариной. Последнее занятие. Ну как последнее, крайнее занятие, потому что потом я уезжаю.
Об этом чуть позже. Точно не в этом видео. Там, конечно, грустно, но мы с Кариной достаточно много прошли, много продвинулись. Понятное дело, в моем плане. Вот, хотя вместе тоже, наверное, продвинулись и она, и я. Влогов много не бывает. Приветики, привет. Здравствуйте. У меня носки Nike, кроссовки Nike и штаны. Карина, что мы сегодня танцуем? Вот такое. Карина снова ломает мне мозг. Ой, хип-хоп. Карина перешла на хип-хоп вместо... С последнего влога ты, кстати, была босиком. Сейчас ты в кроссовках. Да, мы... Это трансформация. Лёш, ты как будто без головы. Как будто без головы. Сегодня катаюсь на сноуборде. Третий раз в жизни. Мне уже очень даже нравится. Идем. Все, сейчас поедем. Я только что доехала с какой-то помощью на подъемнике вот здесь вот. Это просто, это было очень страшно. Вот тут ножки качаются. Там вот домики строят. Магазинчик украшений, и здесь столько всего, мне так приятно, что мне это присылают из каких-то благих намерений, что мне хочется это всем показать и рассказать, что люди делают. Сейчас я вам сниму здесь отдельно колечки и также подвески, которые мне здесь пришли. Самое мое любимое кольцо на сегодняшний день теперь это вот это. Тут написано буковка П, английская буква П, это первая буква моего имени. Прям так нравится, не знаю, прикольно. Я очень люблю разные такие безделушки, мне кажется, что это
какая-то изюминка в человеке. Вот, я постаралась владеть все колечки, которые мне прислали, просто посмотрите. Я такое очень сильно люблю, девочки это все сами делают. Супер. На лето как раз самое то. Прикиньте, так ходить. Также тут такие три подвески. Их можно прицепить на свою цепочку. Это такие парные браслеты, можно Лёше отдать. Я так и сделаю. И такие вот прекрасные бусы. Очень милые. Я обожаю всякие подвески, колечки, поэтому я очень рада. Спасибо большое девочкам, кто мне что-то присылает. Мне очень приятно, правда. Спасибо вам. Я это все, конечно же, буду носить. Такая вот распаковочка получилась. Я тут сейчас сделала для своего телеграм-канала подборку тренировок. Тут на пресс, на ноги, на попу и еще йогу. Вот, если что, я вам оставлю ссылку в описании. Можете это посмотреть. Это бесплатно. Кстати, я еще подсела на боржоми. Это у меня не обычный, а с ароматом вишни граната. Там просто идеально чистый состав. Стоит где-то 60 рублей. Очень полезная минеральная водичка. Вот, вместо лимонадов. Советую. Лайк. Смотрите, как у меня красиво. У меня розы все умерли. Они прожили где-то 3-4 дня. Теперь мне нужно как-то всю свою жизнь вместить в этот чемодан. Новый, огромный. Надеюсь, у меня туда все влезет. Об этом в другом видео. Вот. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Увидимся с вами совсем скоро. И не здесь.